Чего вы хотите? Фахим. Я очень хочу быть чемпионом мира. Новенький. Тебе бы очень понравились шахматы. Шахматы — его жизнь. Мальчик-эмигрант. Очень сильный. Я встречусь с настоящим шахматным гроссмейстером. Он с характером. Башка моллюска. У моллюсков нет башки. Бывает рисковат. Пошел к черту! Шахматы — это не игра, месье Фахим. Ты мертв. Он злой, я не хочу с ним играть. Теперь я знаю, как говорить с некоторыми. Зачем вы с Фахимом так жестко? Он слушает не меня, а то, что диктует ему гнев. Мне это не нравится. Месье Махаман, вы теперь на нелегальном положении. У тебя есть документы? Не волнуйся, Фахим, все будет хорошо. Для чемпионата Франции вы должны уметь видеть прямые и диагонали, визуализировать. На шахматной доске больше приключений, чем на всех морях мира. Это круто. У вас месяц, чтобы покинуть страну. Вы будете под стражей. Эй, стойте! Стойте! Лучше было бы иначе, но ты знаешь правила, Сильван. Нет документов, нет доски. Дай ему шанс. Я вижу страсть. Вижу, как мальчишки становятся великими. Мы не можем остаться в стороне. Мама!